Пожар в высотке на Новом Арбате в Москве потушен. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Информацию о взрыве в МЧС не подтвердили. Ранее очевидцы сообщали, что слышали сильный хлопок. Собственник здания заявил, что причиной возгорания стала электропроводка. Пожар на Новом Арбате начался в одном из так называемых домов книжек. Они были построены в 60-е годы прошлого века. Сейчас здание находится на реконструкции. Ранее сообщалось, что дома выставлены на торги. К чемпионату мира по футболу власти хотели разместить там отели.